общем, сейчас еду за антисептиком. Хочу купить его и обработать землянку, пока она у меня временно собрана. Так будет проще это все сделать. В общем, ребят, купил я вот такой вот антисептик. Это концентрат. Сейчас приеду на место, разбавлю его и начну обработку. Сильно не красится. Посмотрим, как будет на бревна. Вот все это выглядит. Попробую распылителем, я думаю, будет им быстрее, эффективнее и экономнее. Ну да, намного быстрее. Практически во все щели попадает сразу, там быстренько. Процесс идет быстренько. Ребята, процесс пошел гораздо быстрее, чем с кисточкой. Хорошо, что я предусмотрел, взял вот эту вот штуковину, она вот вкручивается в одну, просто в бутылку, и ей можно пылять. Вот крыша сохнет потихонечку. И буду стены делать.
что, ребята, немного перекушу я, а то подустал сегодня уже. Еще впереди много работы. В общем, ребятки, подкрепился, и мне пришла в голову идея протестить печку. Ведь я ее еще уже не тестил. Собрал ее, заштукатурил, но она так особо сильно не высохла, чуть-чуть сыроватая, но уже стоит больше недели. Думаю, пора ее протестить. Пойдемте посмотрим. Я немного закидал дровами. Ну, ничего страшного. Уберем сейчас. Так. Вот отсюда идет дым. Угу. Отсюда идет дымок. Ну-ка. Что-то загорит она у меня, тухнет. Добавим шелухи мелкой. Так, смотрим. Вроде трещит. Что-то значит есть. Угу. Разгорается потихоньку. Треск. Треск рабочей печки. Чувствую, ребятки, она заработала. Вот и первое тепло в землянке чувствуется. Так, смотрим, дым идет, не идет. Плита потихонечку нагревается. Дымоход тоже потихоньку нагревается. Давайте наверх посмотрим, сходим. Дым пошел из трубы. Это отличная новость. Значит, печка работает. Я очень сильно переживал, что у меня не получится. Но вот смотрите результат. Супер. Я доволен.
Так, теперь давайте глянем, что у нас внутри. Так, смотрим. Опа. Так. Ну, горит, но слабовато, надо подложить дровишек. Тут немного идет дымок. Это не есть хорошо. Угу. Что-то надо будет с этим решать. Смотрим, что внутри. Внутри горит. Так, ну дым очень сильно валит из-под колец. Так, ребята, что в этом случае делать? Кто подсоветует? Рано радовался, называется. Но так в целом вроде нигде не дымит, только из-под колец. Придется, наверное, кольца убирать, ложить какую-то железяку. В общем, ребят, вот так вот у меня получилось. Вот такой вот у меня вид землянки. С виду все хорошо. Да и по делу, думаю, тоже. По качеству все хорошо. Заделал я вот так вот эти все щели. Вот здесь. Здесь тоже заделал.
Сейчас буду закладывать вату. Вернее, буду сейчас ложить вату сверху на крышу и закатывать под пленку все. Ну все, вперед. Я думаю, этого много будет. Слой толстый. Сейчас его расслою пополам, и как раз у меня будет одного рулона почти на всю крышу. Но на половину крыши точно. Так. Сейчас буду накрывать ею, а потом надо будет землей засыпать все и маскировать. Но это я уж сегодня 100% не успею, скорее всего завтра.